Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Ребенок, пассажир, пешеход». Автоинспекторы проверили, как соблюдают правила дорожного движения родители, в первую очередь правила перевозки маленьких пассажиров. Взрослым напомнили о необходимости пристегивать малышей в детских удерживающих устройствах и пристегиваться самим. Дети получили в подарок от дорожных полицейских световозвращающие брелоки, которые им настоятельно рекомендовали носить в темное время суток.